получить его перед тем, как будем вручать наш самый главный приз этого отделения. Просим кубок «Культурная дипломатия» ансамблю «Радуга», ансамблю танцев народов мира из Подольска. Город Подольск, пожалуйста, где они? Этот коллектив побывал в разных странах с нами. Этот коллектив любит замечательно и пропагандирует национальную культуру. Они тоже культурные дипломаты. Поздравляю вас! Пожалуйста, портрет на сайт. Дорогие друзья, а мы продолжаем вручение и приглашаем на сцену хореографический коллектив «Мозаика», город Солнечногорск. Этот коллектив удостоен сегодня гран-при. Гран-при в номинации «Танцы народов мира». Поздравляем, ребят! Фотографируемся, но это еще не все. А я видео снимаю. Это мы уже с Колей сфотографируем. Хорошо, что я не выключил. Нашего конкурса вручают торжественно гран-при нашего конкурса. Но у нас есть еще специальные подарки. Наше положение, наверное, все вы видели, что те, кто участвует четвертый раз в наших фестивалях, удостаиваются специальных призов и подарков. И мы приглашаем также наших культурных дипломатов ансамбль «Москвич». Руководитель Галина Николаевна Касаткина для вручения специального приза. Галина Васильевна Скворцова, директор фестиваля, вручает. Галина Николаевна, будьте любезны на сцену. Кто у нас из «Москвича»? Ой, вы молодцы, идите ко мне, все. Вот, друзья мои. Есть у нас такой замечательный цирк «Аквамарин». Они решили поддержать талантливых ребят и подарили несколько пригласительных билетов на свое шоу. Вот пригласительные билеты на шоу получает ансамбль «Москвич» и ваш, пожалуйста, подарок вашему руководителю. Также билеты от цирка «Аквамарин» вручаются ансамблю «Веселинка» город Балашиха и ансамблю «Романеска». Приглашаем руководителей для получения специальных билетов. «Романеска», «Балашиха», прошу на сцену. Так, вы у нас «Балашиха». Вам тоже билеты в цирк и подарок, сувенир. И «Романеска», пожалуйста. Ради вас, Галина Васильевна. Уважаемая «Романеска», ну мы с вами уже даже в Китае где-то были. Уже где вы только не были? Ну не мы. Мы были в Китае, «Романеска», но это не мы, потому что в Китае мы ездим каждый квартал. И там замечательный фестиваль «Жемчужина Востока». Замечательный. Приглашаем всех. Вот вам билетики в цирк и сувенир нашему руководителю. Поздравляю. Едем в Китай. Едем в Китай. Дорогие друзья, еду я в Китай. Церемонию награждения первого отделения блока «Культура народов мира». И прямо сейчас, буквально через одну минуту, мы продолжим.